Осень 1911 года выдалась в Самаре не совсем теплой. Часто шли дожди, поднимался ветер. Извозчики у крыльца театра цирка «Олимп» и возле городского театра покрикивали на своих сивок-бурок. А сивки-бурки нервно переступали с ноги на ногу. Но и в том, и в другом театрах в эти два вечера было жарко. Там спорили, восхищались, разочаровывались, но самое главное, думали над тем, о чем с самарцами разговаривал Лев Толстой языком театра. Смотрите программу «Город. История. События» на телеканале «Самара ГИС».